С выводом в свет нового четвертого поколения Santa Fe компания Hyundai, если произвела не революцию, то уж точно задала новые корпоративные стандарты по части дизайна и технического оснащения. В качестве опции доступна полностью светодиодная адаптивная передняя светотехника, а линзы ближнего и дальнего света находятся не здесь, как можно было бы подумать, а вот в этих треугольных блоках фар. Достаточно одного взгляда, чтобы запомнить новую эффектную маску передней части и уже ни с каким другим автомобилем ее не перепутать. Hyundai Santa Fe стал крупнее предшественника. У него подросла колесная база и прилично вытянулся кузов. Это повлекло за собой увеличение в размерах багажника, а также пространство на галерке. Как опция доступен и семиместный вариант салона. Автомобиль предлагается в четырех комплектациях и уже в базовой оснащен системой управления полным приводом, задними датчиками парковки, двухзонным климат-контролем и прочими системами. В зависимости от комплектации и опционального наполнения, Hyundai Santa Fe способен предложить самые передовые технологии. Например, навигацию с большим 8-дюймовым экраном, премиум-аудиосистему CREL, цифровую приборную панель с 7-дюймовым цветным дисплеем, беспроводную зарядку, вентилируемые передние кресла с электроприводами и памятью настроек сидения водителя, а также наружных зеркал. В топовой комплектации хай-тек для задних боковых стекол предусмотрены солнцезащитные шторки, а с дополнительным пакетом эксклюзив крыша будет с панорамным остеклением и люком, а на лобовое стекло будут выводиться проекционные показания приборов. Помимо прочего, Hyundai Santa Fe оснащен активными электронными системами, что в совокупности с пассивной безопасностью наделяет его пассажиров высокой степенью защиты. Например, умная система не позволит изнутри открыть задние двери, если обнаружит, что сзади приближается автомобиль. Активный круиз-контроль с ассистентом движения в пробке, система удержания автомобиля в полосе и упреждающее фронтальное столкновение, система кругового обзора, и это еще не все. Hyundai Santa Fe буквально нашпигован всевозможными датчиками, сенсорами, камерами и электронными системами для того, чтобы неустанно мониторить происходящее вокруг автомобиля на 360 градусов. Водителю и пассажирам остается лишь наслаждаться комфортным перемещением в пространстве. Архитектура передней панели, отделочные материалы, шумоизоляция и удобство посадки. Кажется, разработчики Hyundai ничего не упустили из виду. Под капотом может стоять один из двух моторов. Дизельный объемом 2,2 мощностью 200 лошадиных сил в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач или бензиновый 2,4 с отдачей в 188 лошадок и 6-ступенчатым автоматом. Любой из двигателей наделяет Santa Fe достойной динамикой и умеренным расходом топлива. И знаете, для того, чтобы один раз и надолго подсесть на этот кроссовер, достаточно один раз проехаться за рулем. Всего один раз.